Ребята, всем здравствуйте, с вами я, Андрей Сухин, добро пожаловать на мое новое видео по игре Euro Truck Simulator 2. Сегодня еду в рейс на ДАФе 105-м. Также прицеп рефрижератор, кроны и везу свежую рыбу 18 тонн. Ну а вам желаю приятного просмотра. Буду выезжать с Порхова и поеду в Великие Луки. Также коллега стоит на Америке. Прикольный такой трейлер. У него трубы какие-то он, наверное, привез в Порхов. Вот. Ну, а я буду потихонечку садиться вовнутрь. Вот я уже за рулем. Сижу на ДАФе. Конечно, Скания моя немножко там с ней неполадки. Дал сменщику своему, но в итоге он верхние фары мне как-то то ли разбил, или у него было ДТП. Так что Скания моя на ремонте. А мне доверили ДАФ из этой базы. Видимо, владелец этого ДАФа, у него отдых, выходной. А мне меня попросили, и я поеду на ДАФе. Вот. Запускаю ДАФ, включу фары и поехали. И буду потихонечку выезжать и выдвигаться. Потихонечку выезжаем из базы. Колдобины, латки тут у нас на этой именно базе. Так что надо аккуратно ехать. Справа чисто, слева чисто. Выезжаем и поехали. Пропустили маленькую машинку. Выезжаем из города. Ну вот, выехали мы из города Порхов. А тут, друзья, ухожу направо. Ух, эти колдобины, ямки. Да, плохо. А тут ухожу направо. И поехали до Великих Лук. Переезд закрывается. Поставлю на ручник. Поезд поехал. Просто тут такой спуск и подъем. Вдруг мы на ДАФе покатимся. А так я на ручник поставил. И мы не покатились. Ну и снял с ручника. Ухожу направо и перестроился.
Тут перестраиваюсь и ухожу налево. Пропускаешь? Спасибо. Ну, а тут я ухожу направо, на базу. И вот я на базе, друзья. Выключу фары, заглушу двигатель. Наручник поставил. Коллеги стоят подали на бою. Ну что ж, друзья, вот я и привез груз. Пойду на базу, узнаю, куда мне надо припарковаться. Ну а если вам рейс понравился на Дафе и также по России, то, друзья, подписывайтесь, лайк, колокольчик. Ну и хорошего дня, настроения вам. И всем пока.